два средних американо. Сейчас все будет, брата. Книгу начал? Да ладно, уже прочитал. Ребята, вы уже целовались? Нет, только после свадьбы. Счастливый, Эдди. Кевин, ты хороший чувак. Жителей города потрясло убийство 17-летнего подростка. Вы знаете, кто это сделал? Кто-нибудь из его банды, скорее всего. Почему все говорят о какой-то банде? Полиция продолжает поиск улик по делу об убийстве Кевина Бродеса, ученика средней школы Кеннеди. Нас переполняют эмоции. Всем в этом зале больно. Кевин Бродес не был в банде. Спасибо, что уделили время. Пригласите, пожалуйста, следующего. У меня друга убили. Неужели вы думаете, я после такого буду сидеть сложа руки? Полицейские уже все решили. Они спишут все на бандитские разборки. Нужно что-то делать. Зачем тебе все это? Я просто не могу понять, зачем кому-то понадобилось убивать Кевина. Я не знаю зачем, но нам придется как-то с этим жить. Криминал и преступный сговор. Не темы глупости, ведь речь об убийстве. Что угодно может произойти. Страх и опасность. Эдисон связался с опасной личностью, но он рискует. Ты сказал, ты что-то достал. Одержимость и безрассудство. Видишь, куда нас занесло? Дружба и предательство. Это нашла моя жена. Ты дилер? Нет. Ты снабжал моего сына? Нет, конечно нет. Я волнуюсь за тебя. Если хочешь отговорить меня действовать, зря стараешься. Скрываю. Я так больше не могу. От нас мне нечего терять. Правду. Эдисон, не глупи, не ходи туда. Ноябрьские преступники.